Пробиваем дорогу. То вправду едем назад. Потому что морда машины не едет, а задом едет потихонечку. За недельку до второго я уеду в Комарово. Полететь выше глаза на Балтийскую волну. И на море буду разом кораблем и водолазом. Сам себя найду пути, если часом затону. Вон стоял сток сена, а это все смыло. Городочек. Хорош.
сейчас начинается самое интересное. Осилит ли Ваня? Осилит? Земля морозовая. Я думаю, мы здесь проедем. Посмотрим, что дальше. Они пока будут штурмовать. Вот еще один скрадочек. Все затоплено. Но мы рвемся дальше. Давай сюда! Ну что, попрем, нет? Егор, что скажешь? Я утонул. Сильно? Ну. Главное дело часы, что за часы? Часы непромокаемые, нормально. Да, нормально. Как тебе открытие? Хуево. Так, лодка просекла, в чем проблема? А мы, кстати, здесь и останавливались, да? Нет, мы дальше останавливались. Мы останавливались прям на повороте, вот на этом. Здесь вот лужа, там не проехать. Мы останавливались, все сухо было, здесь все, воды не было. Вот, ну, там уже сыро, приняли решение. Вот здесь вот, вот на этой полянке с лесочком. Вот от снега так все поломало. Вот, а уже охотиться, да хоть, в принципе, прямо здесь можно, но здесь сейчас будут машины. Одна, вторая подъедет чуть позже, ближе к обеду. Ну, скорее всего, сутками мы, наверное, пойдем вот в ту сторону, там и сядем. И посмотрим, что будет, где что будет лучше. А может быть, прямо и здесь сядем на этой луже. Так что, вот так вот. Обратном ритме мужества, космическая музыка, плывает в силовой наш разговор. В какой-то дымке матовой земля в иллюминаторе, вечерняя и ранняя заря. А сын грустит о мать, а сын грустит о мать. На понижающих. Натяг, да? Да-да-да, не спешить надо. Да. Вот, смотри, где Ваня на колея, вот по ней ехал. Там может еще сидеть. Вот, на пятку тебе. Это? Не-не-не-не. Да это наши, это мы с тобой выезжали, бля. Ты в колею свалился. Бля, а дальше как они ехали? Ну, мы топтали, бля. А вон колы даже стоят, бля. Ну, это защитка, может? Это типа засипки, да, бля. Вот они уже, бля. Это Урус, он стоит в этой, бля, в своей плащ-палатке. Ну, тут клеевать то, куда он дальше поворачивал, я... Я в душе не ем, бля. Поправее, давай. Поправее. А, Чарли, вот сейчас и я тоже боюсь, да?
там посушь, но там открытие. Здесь, блядь, потемнее. Я лучше здесь сел. Здесь не так, как бы сыро. Ставим без островков. Здесь и есть где купаться. Лёха он пошел еще с одной будет вместе. Так, распутываем. Я здесь есть куда встать, будет отдыхать. Ну, продолжим. Так вот мы возвращаемся. Вот так вот открылись. Вальшнапы мы не слышали. На вечерней зорьке два промаха и два попадания. Вот с такими удочками. Вот. А это вот добытчик. Чарли! Вот такие вот красавцы. Открылись, хорошо. Потому что тут со всех щелей дует. А после последнего? Да. А после последнего раза там вообще... Мы там в холм уже, правильно? Да. Потихоньку едет. Но он, блядь, как-то пробуксовкой. Буксует. А, нет, раскачивает ее. Поехали, не доедет. Че, выходить? Сейчас переобуюсь. Ну я сейчас пойду. Здравствуйте. Документики, пожалуйста. Подожди, Серег. Документы один. Есть? Я сейчас один. Вышел сразу. Бля, Лень, подожди, Лень. Ну что, будем пробовать доставать? Сейчас, Серег, обожди. Давай, давай. Наверное. Раз я толкал. На той неделе просрали.
О, в говно Егорка вылез. Не оставил свой сапог. Он примерз хорошей грязью. О. Так, лодка просекла, в чем проблема? Давай. Лёнь, вперед! Назад! Назад! Он сказал, что жопа-то.